Доброе утро, ребята! Начинается наша рубрика о здоровье. Всем привет! Доктор Пилюлькина, мне срочно нужна ваша помощь. Пожалуйста, посмотрите, что у меня в животе. А что случилось? У меня внутри кто-то сидит, очень громкий и подозрительный. Вот послушайте, пожалуйста. Ну-ка. Он что-то говорит на непонятном языке. Ну-ка. Так. Мишутка, никто у тебя в животе не сидит. Это урчит твой собственный животик, а точнее кишечник. Как это? Разве у кишечника есть свой рот, чтобы урчать? Смотри, Мишутка. Так. Слышал? Появлялись пузыри, а вместе с ними появлялось урчание. Да, я слышал так. Только не понял, откуда у меня внутри мыльные пузыри. Нет, Мишутка, у тебя внутри не мыльные пузыри. Давай позовем Бифипузика, и он все объяснит. Давайте позовем. Раз, два, три, Бифипузик, приходи. Привет, ребята. Привет, Мишутка. Что, запутался немного? Ага. Я понял, что это мой живот урчит, но не знаю зачем. Все очень просто. Ты сегодня завтракал? Я съел целую кучу вкусной еды. Даже еле-еле из-за стола встал. Вот-вот. Ты, наверное, переел, Мишутка. И теперь твоему животику нужно справиться с большим количеством еды. И ты помнишь, что в пищеварении участвует и желудок, и кишечник? Вот они и стараются изо всей силы, чтобы все, что ты съел, переварить. И ты можешь ощущать, как урчит кишечник. Так это он урчит, потому что ему тяжело. Жалуется? На самом деле, Мишутка, он не жалуется, а показывает, как много работает. А еще кишечник может урчать, если в нем много воздуха. Это происходит, когда ты одновременно ешь и разговариваешь с кем-нибудь. И тогда с каждой ложкой попадает в желудок порция воздуха и порция еды. А потом все это переходит в кишечник. Да-да, из-за воздуха кишечник немного распирает. Ему сложно работать, поэтому говорят, когда я ем, Ясно. Я сегодня, когда ел, еще и с Хрюшей болтал. Вот мы оба воздуха и наглотались. Еще очень много пузырьков газа в газированных напитках. Лимонаде, например. Поэтому, когда пьешь много газировки, как ты говоришь, Мишутка, кишечник тоже может раздуваться. Хорошо, я понял, что нужно есть молча и без газировки. Но у меня часто сильно урчит, даже если никакого лимонада не было. И я ни с кем не болтал. А вот в этом, Мишутка, могут быть виноваты вредные бактерии. Правда, Бифипузик? Точно! Ты помнишь, Мишутка, у нас в кишечнике живут добрые бактерии. Об этом мы уже с вами говорили. Да-да, помню. Они защищают нас от вредных. Добрые бактерии тоже выделяют газы. Но иногда вредных бактерий становится слишком много, и добрые бактерии могут не справиться. Полчища этих вредных бактерий начинает выделять много газов. У такого человека или медвежонка живот раздут как шарик, и в нем сильно урчит. Ай-яй-яй, а вдруг у меня там целая армия вредных бактерий? Не волнуйся, Мишутка. Я все расскажу и покажу, а Бифипузика ждут важные дела. Спасибо тебе, Бифипузик, приходи еще. Обязательно, приду, зовите. Так, мне нужно немедленно выселить вредных бактерий. Нечего им у меня в животе свои порядки заводить. Мне добрые бактерии нужны, а не эти злые. Не переживай, Мишутка, все поправимо. Нужно просто каждый день пить кефир или йогурт для того, чтобы кормить своих добрых бактерий, а они будут тебя защищать от вредных бактерий. Кефирчик. Сейчас вот этот стакан кефира выпью, еще ведро выпью и... Нет, Мишутка, ведро кефира – это уже чересчур. Ты же помнишь, мы сегодня обсуждали, что нельзя слишком много есть или пить. Это тоже вредно. Нужно все в меру.
ведро кефира слишком? Ну хорошо, тогда выпью этот стакан, а вечером еще один, правильно? Отлично. И вы, ребята, не забывайте кормить свою полезную микрофлору. Вот на этом сегодня все. Всем пока.